Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение экспериментов над амнямчиком. Ну, или с амнямчиками. И сегодня у нас новая история, новый раздел, который называется «Ракетология». Он у нас открыт, он по сюжету дается бесплатно, в отличие от некоторых других разделов. Ну что ж, будем с ним знакомиться. Запустите ракету с помощью леденца. Не понял. То есть вот так, да? Ракета. Ой, неправильно. Ракета, получается, с леденцом летит. Я что, этого не знал? Если бы знал, то, конечно, немного не так бы все делал. А ну-ка. Так, раз, раз. И давайте быстрее, быстрее. Да что ж такое? Видели, как они ускоряются, непонятно. То есть вместо того, чтобы в первом уровне все конфеты заработать, не тратить, я наоборот как бы их вот трачу. Почему? Одна быстрее летит звездочка, вторая медленнее. Смотрите, как она. Ага, вот почему, да? Нужно теперь это все дело как-то подгадать. Ну-ка. Вот, я взял 2, 3. Вот теперь все хорошо. Отлично. И у меня там какая-то подставка другая поменялась. Да, раньше другая была. Это полочка, на которой он сидит, такая в форме цветочка непонятного. Ладно, идем дальше. Смотрите, ракета тут летает как бешеная. Ух ты. А если вот так сделать? Оп. Ага. А если вот так? И теперь нужно подождать звездочку. Вот так. Ну, как видите, здесь все без проблем. А то у меня конфет мало, как бы не получилось, что мне не хватит конфет для сегодняшнего обзора. Покупать их я не хочу. Ага, вот так она летает, то есть я могу просто взять конфетки. Вы видели? Вы видели, как я неправильно сделал? Придется переигрывать. Или что придется делать? Тушь конфеты я теперь никак не возьму. Теперь нужно камням улететь как-то. Да, придется играть. То есть вот, нужно было вот так сделать. А теперь вот так. А я опять все перепутал. Так, ладно. Летим теперь в другую сторону, берем конфетку. Ну а здесь вот, видите, нужно, чтобы четко камням полетел. Это у меня получилось. Ну, хоть так вот. Да, все хорошо. Полетели дальше, в прямом смысле слова. Ой, опять смотрите, что здесь у нас творится такое. Вот это интересно. Только нужно как-то вот так, да? Ай, нет, не так. Нужно было короче сделать. Опять 25. Получается, нужно было короче веревочку. Вот типа вот так вот, да? Чтобы эти звездочки взять. Вот, хорошо. Теперь, а вот там как сделать, чтобы сюда мнямаш она долетела. Ну-ка, взял звездочку, взял. Вот, фух, получилось. Тяжелые уровни с самого начала. Обычно уровни в начале нового раздела легенькие, а здесь у нас они очень сложные. Так, ой, паучок. Ой, стоп, я что не то сделал. А стоп, а как тут? А как? Вот так нужно, наверное, было сделать. А так, так и вот так. Поняли? Не на крайнюю ракету направлять, а на вторую. Вообще класс уровень. Просто огонь. Мне очень понравился. С паучком еще. Так, ну здесь паучка нет, можно подумать. А, получается... А, это ж присоска. Ого, интересно. Так, берем одну. Вторую берем. Третью, а теперь нужно вот четко камням. Хорошо. Когда есть время подумать, то даже как-то и легче играется, да? Даже с первого раза прошел. А вот здесь, ну хоть не на время. Так, нужно, получается, нам здесь, ого. Вот так. Возьму я звездочку. Так, возьму. А вот здесь, как же быть здесь? Вот, хорошо. И вот так, хорошо. А мнямчик вам показывает, кстати, ко мне. Ко мне лети.
Ну а мне, мы тебя послушали. И этот уровень тоже прошли с первого раза. Причем вот немного разыгрался, понял уже смысл этих ракет, и видите, уже все получается. Так, а вот здесь интересно, а здесь что, ракет нет? Ага, как же быть? Ой, а звездочки что, исчезли? Там звездочка на время была, я не обратил внимания. Так, а теперь нужно просто вниз было, да? Только у нас две звездочки, нужно три. Так, нужно здесь просто быстрее вот остановить. И вот так взять. Все, все хорошо. Я просто не увидел, что вот здесь на время одна звездочка. А за это и поплатился лишним леденцом. Ну, пока леденцы есть, так что идем дальше. А здесь у нас ни одной звездочки на время нет. Вопрос, конечно, интересный, как здесь быть. А, она же останавливается, нужно было быстрее думать. Все, поздно, нужно было думать быстрее, видите? Нужно было вот так стрельнуть, а не думать. А потом уже думать. Получается, отсюда она отскакивает в ракету, да? Ракета летит туда. Вот здесь нужно вот так, раз. Оп, и камняму. Ха, класс. Не, уровень классный, серьезно. Ну вот просто я сразу чуть-чуть долго думал, поэтому конфетка у меня лопнула. Ого. Тихо, тихо. Ай, блин, вот, вот так нужно было. Вот, видели? Я не знаю, я в шоке, как я вообще успел нажать. Куда я успел нажать, я не знаю. Ну, вы видели. Я прошел как-то. Вообще. На заднем фоне такой даже смех, как у меня прям. Идем дальше. А направление запуска можно изменить вращением ракеты. Вспомнить, как его менять. Ага, вот так. Сейчас мы вот так летим, да? А, стоп. А потом вот так летим. Но это уровень, по идее, несложный. Ладно, правильно, вот. Направление вращения. Полета выбрать. Вот раз. Раз, раз. Ага, отлично. Юху. Да, это было несложно. А вот здесь... Подождите. А вот здесь нужно мне, наверное... Ого. А как мне здесь нужно? Вот так, наверное, да? Смотрите. Точно. Нужно вот так аккуратно вниз. Пускай становится конфетка. Ай, не хочет останавливаться. Я лучше лишние пару секунд подожду, но зато потом все правильно сделаю. Вот. Вот. И камняму. Все. Правильно, с первого раза. Отлично. А, кстати, мне за рекламу только что 5 конфет решили подкормить амнямчика. А, итак, смотрим. Одна звездочка так берется, да? Это сюда летит, сюда, потом вверх. Ага, нет. Вы знаете, как-то не так. Может, вот так. Потом вот так. Теперь сюда. А потом сюда. Да, вот так нужно. Совсем не так, как я думал вначале. Пробуем. Вот и вот. Отлично. Просто супер. У меня уже он 38 конфет. Класс. А было 25 там или сколько в начале? Или 23? Так, 14 уровень уже. А, нужно понять, как мне здесь быть. А, та верхняя. Не уверен, что возьмется. Ого. Если честно, в шоке, как здесь быть. Я не знаю. Так, куда она может направиться? Вверх. Тогда мне нужно... Вообще не знаю, надо пробовать. Нет, вообще не так. Не-а. Неправильно. Какие варианты? Варианта здесь три всего, да? Вот так теперь. Оп. И вот так. Ха. Получается, второй вариант я угадал.
и камням. Фух, получилось со второго раза. Тяжело было, тут три варианта, как бы угадаешь, не угадаешь. Но тем не менее, прошли, идем дальше. Ого, тут батут, это плохо, слушайте. Как же тут быть? Ага, я не знаю. Ой, блин, я вообще что-то непонятное сделал. Я просто... Ой, не так опять. Просто не вовремя нажал. Потерял кучу конфет, уже две. Нужно еще попробовать. Ай, блин, не так совсем. Вот получается, только радовался, что вот куча конфет у меня, видите. Я в итоге их трачу все. Так, так, вот, получилось. Наверное, с пятой попытки, но получилось. Да, тяжело было. Уровень такой неоднозначный. А, здесь вот на время и нужно успеть словить, да? Ой. Получается, вот нужно как-то успеть словить. Ай, нет. Как же тут быть, а? Нужно, во-первых, чтобы ракета вот та... О, получилось. Случайно получилось третьего раза, но вот это звезды, которые на время, они не дают подумать. То есть, вот как тут думать можно, когда у тебя время идет? Ай, 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 смотрите, что творится. Нужно быстренько поменять как-то. Ай, ай, неправильно, ай, неправильно, вообще неправильно. Как же здесь быть? Я просто в шоке. Наверное, здесь нужно вот так делать сначала, да? И здесь вот так, типа. И здесь вот так, да? О, вот. Ну откуда я это вначале мог знать? Да, тяжело, тяжело. Ну ничего, можно идти дальше. А, ни много ни мало, уже 17 уровней пролетели. А, уровни хоть и сложные, но они быстрые. Let's make an experiment. Так, стоп. Что у нас здесь? Подождите. Стоп. Вот так, лети вверх. Нужно, чтобы успел взять. А... Так, я не понимаю. Как здесь быть, подождите. Вот честно. Допустим, сделать вот так. Как тут верхний взять, ну, звездочку верхнюю? Нет, это я, наверное, неправильно сделал. Нет. Ну, понятно. А вот ту как взять, я не понимаю. А еще одна попытка. Вот как же ее взять-то? А, вот. Все, я понял. То есть нужно было просто не бить. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ну все, опять неправильно. То есть нужно было не давать касаться вот этого батуту. Расшатаю. Вот так, все. Фух. Ну лучше так, чем вообще не знать, как пройти. Опа, съели. Все нормально, с третьей попытки. Прошел. У меня, кстати, уже 45 конфет. Я еще за рекламу несколько штук получил. Так что с конфетами полный порядок. Ох ты, смотрите, интересно. Реально интересно. А для чего здесь присоски? Кто знает? Ну, во-первых, нужно ровно... А, стоп, мне нужно как-то перевернуть потом. Ракета, ого. Так, она вверх полетела. Так, выше. Ага, все, я понял. А потом она под весом под своим полетит вниз, да? Вот еще. А вот последние две присоски для того, чтобы держать. Так, а теперь мне нужно ровно вниз, получается, да? А? Если перерезать веревочки... Ой, я... Ах, там что-то приклеилось. Почему они все приклеились? Я что, теперь не нажимал? И вот так. Все, ракетка летит ко мне, му... Класс, красивая миссия вообще, просто здорово. Ну, есть, камняму. Думал, сейчас промажет в самом конце.
Молодец, Мнемчик. Молодцы, мы с вами. Ай! Блин, вы поняли, как нужно было? Я пока не понял, если честно. А сейчас повторим. Получается, здесь нужно делать вот так. Смотрите. Вот так. И теперь камням вот это все дело летит. Мне пришлось ставить на паузу, пересматривать как бы потом этот ролик без, ну, без этой спешки. А как бы делать выводы и потом уже вот разбираться. Потому что вот когда оно все так мельтешит, взрывается, летит, нереально вообще сделать. Видите, я потратил здесь, наверное, 10 звездочек, конфеток, пока прошел сложный очень уровень. Идем дальше. Так, а здесь есть время подумать. Тут таких вообще игр, главное, чтобы было время подумать. А если вот так сделать? Тоже неправильно. Так, а если все-таки сделать вот так? Это летит сюда, потом летит туда, потом сюда, сюда и сюда. Давайте пробовать так. А то долго думал. Главное, чтобы все правильно сделал. Да, видите? Иногда важно подумать, прежде чем что-то делать. Супер, получилось наконец-то. Так, а здесь у нас, ага, опять ракета, а там две ракеты, ух ты. А как нам быть, какая из них куда летит? Ой-ой-ой. А, можно же, в принципе, вот так как-то делать тоже, да? Летит сюда, отталкивается, летит сюда. Нет, нельзя. Летит туда. Может, вообще так как-то? А, так, раз, два... А, вот. Вот так. И камням. Все, понял. Так, 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 и камням. Супер. То, о чем я говорил в прошлом уровне. Главное все тщательно взвесить и продумать. Ой. Нужно. А, я поспешил, смотрите. Звездочка в итоге не взялась. А, нужно было так ее брать. Все, я проиграл, я понял. Надо переигрывать. Опять куча здесь конфет потрачу, потому что вот... Ну, возьми. Ну, еще ту возьми. Фуф, прошел, 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 прошел. Не знаю, ну, наверное, штука 7 или 8 конфет потратил. А главное, что прошел. Так, смотрим здесь. Ракета... Это летит камням, хорошо. Это должна... А, стоп. Та конфета не крутится. Крутится всего одна. Как же мне быть? Это летит сюда. Это сюда. Это туда. Блин, не пойму ничего. Как здесь быть? Это камняму. Это вверх. Это туда. Варианты какие? Так, та летит туда в конце. Может быть так все-таки? Но дело в том, что... Сюда, сюда. А это сюда. Не знаю я. Нет, вообще не так. Exceptional. Как же быть? Не представляю. Получается, наверное, так нужно. Вот так, смотрите. Вот так, раз, два, три, четыре. 5, да. О, блин, какой сложный уровень. Но зато я его прошел все-таки. А, кстати, у нас ни много ни мало. Вот почему такие уровни сложные. Остался всего лишь один уровень здесь. Вот почему они такие сложные. Тихо. Кажись, я понимаю. Но, кажись, не понимаю. Вот. Да, блин, это плохо было. Так, я просто случайно нажал не туда, куда нужно.
Ладно, в другую сторону теперь раскручиваюсь. Нет. Тоже нет. Просто иногда промахиваешься, и получается... в итоге... режешь веревочку. Так, нужно выше ее словить. Вот, допустим, вот так, смотрите, и... класс. Я не скажу, что он сложный, он просто интересный. Так, давай уже куда-то лепись. Не могу попасть по нему. Боюсь на веревку нажать. А он что, не работает, присоска или что? Почему она не работает? Я по ней просто не попадаю. Ай! Фух, ну хоть так. Она не работала в том месте, вот реально она мне не срабатывала. Сколько раз не пытался. Ну, такие вот пироги у нас сегодня, друзья. А, полностью на 3 звездочки прошли ракетологию. И следующий раздел у нас будет время купаться. Ух ты, интересненько. А ну это уже будет в нашем следующем выпуске. А если вам понравился этот, то поддержите его своими пальчиками вверх. И оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч.